Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Санаторий профилактории «Лесная сказка» ОАО «Динур» приглашает на оздоровление. Путевка на 10 дней от 24 тысяч рублей. Подробности по телефону 27-87-07. Там поменяли, здесь тоже поменяли. То есть две качели сломаны, да? Да, да, да. А часто ленту сдирают? Да, вот уже посмотри, я утром собирал отсюда. То есть утром обматываете, ее к вечеру срывают, да? Да, да, да. Качели тоже ломают, мы это вовремя все это исправимся. А что ломают-то? Ну вот цепи этот. Потом вот это скамейки сколько раз сломали, вот которые сидят. Потом вот урны вот внутри ящика возьмут. Понимаете, там два у нас урны ящиков забирали, мы одного поменяли, второго нету пока. Просто... А мусора много здесь? Мусор много, да. Ну, жалко, конечно. Вроде как для нас сделали, а результат? А как с этим бороться? Есть какие-то у вас догадки? Бороться? Ну, видеокамеры-то наставили, да? Видеокамеры-то пишут? Наверное, пусть как-то они это дело контролируют. Ну, кто будет бороться? Не будем же мы с палками дежурить? Конечно, безобразие. Вот нельзя нам ведь сделать что-то хорошее. Мы уже начинаем это все ломать, рушить. Конечно. А как вот с этим бороться? Да как? Как вот? Я не знаю. Не будешь же тут дежурить, вот дежурных.